Итак. Фу. Мы на месте. Ну-ка. North to base. Emmett, I just wanted to say, I know I screwed up, and I'm sorry. I told you already, Ellis. What's done is done. No point in dwelling on the past. We found the kid's cap, still in one piece. And hey, at least it's still got radio contact. All in all, it could have been much worse. Yeah. Yeah, you're right. Thanks, Emmett. Over and out. No signal. Great. Ладно. Bullet. Идем. Да, Буллет. I'm too a handsome boy. Go, go, да. See if you can find something, buddy. Булет. Crazy. Well, what do you want me to say, Ellis? That it's all fine and dandy? Because I sure as hell tried that, and it didn't work. Screw you, Emmett. I don't need your help. No, it's you who needs me. Now, I'm the only person in this goddamn forest who is even remotely close to finding that kid. Emmett. You there? Emmett. God damn it. Yeah. What is it, boy? Ну, блядь. Ну, блядь.
Who? A message. But there's no reception. I think I'm getting used to things not making any damn sense. Идем. Да, ну откуда мы идем? Хуй его знает. Опять к бункеру. Stay here, boy. Is that a bunker? Так, подожди. У меня же есть тут. Куда ты не прыгаешь? There's nothing on this one. Тоже никуда. Now this one is clean. We're wasting time. Так. I've already given him this. There's nothing on this one. He already got everything he could out of it. I've already given him this. Hey, Jess, looking good. It's like she hasn't aged a day since then. Так, предсказание. Ты совершил ужасные ошибки, назад дороги нет. Помни, сделанного не воротишь. Прими свои новые обстоятельства. Поймай ветер перемен в паруса, чтобы понять, что с тобой происходит. Загляни глубоко в бездну. Блять, сука. В бездну. Только тогда ты увидишь великий замысел. Совет. Готовься к неожиданной встрече с прошлым. Счастливое число 47-52-85. Блять. Ладно, попробуй что-нибудь. Guess we're not gonna find out.
Как и оставлять, так она едет. Ладно, похуй, нам все равно нужно знать комбинацию. У нас и тупо нету. Черт. Что ж делать? А, более. Good dog. Что это там? Что нашел? Bullet. Heal. Come on, look around, boy. Давай, поищи что-нибудь. Nothing, eh? Ничего, да? Stay close, Bullet. Пойдем тогда. Ты где? Машин. Wait, isn't it? It's Lanning's car. But how? It was a complete wreck just a moment ago. Come in, Emmett. I know you're there. I just found your car. Come on, Emmett, talk to me. The light. Так. Канал 3. Да? Say the light. Вон еще одно белое дело. Say the light. I could try the walkie. The light? Turn on the lights. What? The headlights. Turn them on. Why? Who is this? Hello? Yeah, why the hell not? Locked, of course. Hey, where'd you find him? Hey. Ugh, like it matters. Well, good job, buddy. Правильно. Так. Я смогу взять с другой стороны? Нет, блин. Мне кто там просто бумажка какая-то лежит взять ее. И жопу потереть. Wait. Another missing person? Шин пропавший, прочесть. Офицер Уилсон принял заявление об исчезновении Тодда Маккинона от Адама Брауна. Согласно его показаниям, Маккинон поставлял ему древесину. Но внезапно прекратил поставки. Неделю назад Брауну не удалось связаться с Маккинноном.
Так, 830-е, первичные поиски не дали результатов, да, у Маккинна не обнаружили. У Маккинна не было зарегистрированных проявлений психических заболеваний. Версия разработки – самовольное исчезновение. Соседи Маккинна сообщают, что он часто посещал заброшенную лесопилку, обрабатывающую компанию Tepi East Creek в лесу Black Hills. Сара Уилсон, дознаватель. Здорово. Так. Катушка зажигания. Так. Панель предохранительных качеств под рулем, чтобы обнаружить потенциальную проблему. Пройдите следующий. Номер один. Так, 15, катушка зажигания. Номер 2. 10. Датчик возвращения руля. Так, управление электроникой, электродверными замками. Ну, правая парковочная фара, подсветка номеров. Левая парковочная фара, подсветка номеров. Прикуривайте. Передние фары. Передний блок дистанционного управления. Передние фары. Система управления приборами. Я хочу все, наверное, повключать. No battery. I should take a look under the hood. Да ну нахуй. Stay here, boy. Greetings, my beloved listeners. I'm so glad you could join me on this very special night. Do you know what time it is? That's right. It's time for our annual trivia challenge. Today. Obsession for you. That explains it. Well, how could it not? Even the shortest description sounds eerie. An obscure black and white documentary shot in various mental asylums. Yeah, and as we all know, mental care in the 70s wasn't exactly top-notch. Oh, it certainly wasn't. One might even go so far as to call it atrocious. And that is precisely what the пятое, что там? Прикуривайте мне, да? Так, 6. Он мне нахуй не нужен. Ага. Фу, мне тут десяточка нужна. Правильно? Значит, либо датчик вращения руля, либо
Парковочные фары. Так. Good. Okay. But how? Huh? Pull up, buddy. Now I'm really losing it this time, aren't I? Yeah, my thoughts exactly. Can anyone hear me? Search! Nothing there, huh? Well, there's him. Это постоянно такая синтовая. Ладно, я просто звоню, даже не знаю, правда, просто часто думаю о нас в последнее время. Ты меня избегаешь или до сих пор в лесу? Ладно, я просто звоню, даже не знаю, правда. Поздненько рассмотришь, пока. Так. Jess, isn't it a bit early for you? No. Why would it be? You don't want to talk? No. It's good to hear your voice. Listen, I'm sorry about before. Seems all I do is apologize, and then I say something stupid again. Yeah, and I keep coming back for more. Guess I'm a glutton for punishment. It's like we're trapped in a never-ending cycle of bullshit. A perpetual bullshit machine. They should hook us up to the grid. We could probably power up a small city. Hey, as long as we're getting paid. We were good for a while, weren't we? Yeah, I guess we were. So, what happened? I don't know, Ellis. Life happened. Yeah. Mine more than yours. Up. You got a job to do, remember? Yeah. I better get to it. Call you later, okay? I'll hold you to it. Все все круто. Более идем. Ой, нет. Bullet? No. Извини, прости. Yeah, good dog. Не прощаюсь. Я хотел вот это выбрать. Come on, look around, boy. Nothing, eh? Ничего. Ладно, может, мне надо просто здесь пройти да погулять.
какое-то дерево одинокое. Нахуя в этот лес вообще попёрся? Блять, не люблю я ни воду, ни эту вот ебаную природу. Ёбаные, сука, черти. Вот, stay, stay, stay. Вот, ко мне. Куда побежал? А теперь поругаем. Нельзя убегать. Ты что? Рядом. God, it's freezing. А псу, блядь, не холодно. Ты куда побежал? Идем тогда. Идем. Ну что у нас? Тупик, да? Я не могу. О, нет. Ты посмотри. Барбара или? Блять. Кажется, есть кнопка приседания. Тоже мог знать. Здесь еще. Ага. Есть зебри. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Я иду, иду, иду. Two sets of footprints. Both heavy set. Male. One's barefoot. Odd. Smoker, huh? Well, if I don't get you, they sure will. And this one is clean. We're wasting time. Сигареты. Так. What is it, Bullet? What'd you find? All right, good boy, good boy. Now move aside.
Что-то мне плохое предчувствие. Блять, там кто-то есть. It's okay, buddy. I don't like it either. Just let me take a look and we'll be on. Jesus Christ! Fuck! Полицейская? Эммет, ебо. Ёбаный ты в рот. I don't understand. Эммет. Oh God. Fuck. Ебать. Lanning. Oh God, you... Oh, you know, you deserve better than this. Lanning's badge. Neck wound. The killer... Oh, skinned his face. Clean cuts, probably post-mortem. Completely different MO than the decapitation wound. Lanning was tough, experienced. He wouldn't let a killer surprise him. It had to be someone he knew. Похоже на то. Так. Hello. Anybody there? Anyone? Zealous, over. Bullet. Где ты нашел? Ебать. What were you doing here, Sheriff? This is no longer just a missing person case. Well, come on, Bullet. You gotta finish this. For Peter and for Lanning. It's the shuffle from the video. I'll get him for this, Lanning. I swear. Come here, boy! Take a whiff, buddy. In there, huh? Sheriff Emmett Lanning. The guy who cared about everything and everyone. Even me. We really saw eye to eye, but never gave up. You know, not even after letting down. Rest easy, Emmett. I'll find the man who did this. Этот не ублюдок, это вообще тварь нахуй. Даже слова такого нету. Ты посмотри, эти фотки не. Creepy. Это все люди, которые здесь пропадали? Вау. Подожди, подожди. Heel. Another one.
one. Так, нарушение статьи 52 сборника общих законов. Штата Северная Каролина, публичное проявление неуважения государственной символики вооруженным силам и солдатам-патриотам, с которыми он имел честь служить. Так, а здесь что у нас? Все-таки в эти неправильные пути надо идти. Они хоть. Они типа тупиковые, но в них что-то находится. Я иду и думал, уж. Блять, опять это дерево. Болото тут какое-то, бля. Wait, what? Where'd all the water go? Is this really the right way back? Either I'm going crazy or. Смотрим, все хорошо. Что это? Шахтерская шапка? Ну, блин! Что за хуйня происходит? С кого мы бежим? Кто это? Куда я убежал? Дурак, что ли? Блядь, чё за... Shit, no, not now. А, у него... Был припадок, да? Теперь я внутри дерева. Просто надо думать, что его хозяин еблан нахуй. Я так долго себе это слово выдавливал. Еблан.
Не туда. Bullet, where are you? Я хоть туда иду. Или я отсюда пришел? Мне кажется, я отсюда пришел. Where's that dog? Да, я сюда пришел. Ёбаный в рот. Шаг можно ускорить. Shit. Wolf. Блять. Oh my God. Фонарь заработал, да, сразу? Fuck. Так, я скатился вниз. Where's that dog? Лукас. Что сейчас было? Кто это там был? А почему они с собой пистолеты вот никогда не берут оружие, блин? Че мне? Я прямо на все кнопки жму. Фу. А, вот. Хотя бы подсказки вы какие-нибудь писали. Мне не нравится твой голос. Восстановил голосовое сообщение. Bye.
You have one new message. Sierra, Hotel, Echo, Inferno, Slaughter. Ну нахуй. Сейчас кто-нибудь как крикнет. Off the record, Ellis. What the hell happened? You responded to a robbery call. When you got there, you saw them leaving the store. You took out your gun. You told them to stop. The kid reached for something. Was it a weapon? No. And then what happened? Well, you know what happened. This is on me. Adam Shannon. Peter's brother. I don't know what I was thinking. I was the last person he'd want to see. For all I knew, I could have crippled him for life. I felt it was something I had to do. Had to. I couldn't. А вот что за вертолет был. То есть он был здесь на войне, и после войны у него вот эта травма. Снова ночь, да? Yeah, how did we end up back here? Даже интересно. Самый долгий поход. Это что мы сделали? А, прошел 100 миль. Ты посмотри. Careful, boy. You don't want to step in one of those. What's the matter, buddy? Че, погоди. Мой отец был лесорубом. Так, в детстве он часто брал меня с опилкой и рассказывал сказки о живых, там чудовищах и ведьмах. Я вернулся туда 40 лет спустя, все осталось так, как в моих воспоминаниях, кроме разве что гнетущей пустоты. Больше никому
Некому было рассказать сказки о страшных чудовищах. Не осталось ни одной живой души, чтобы передать легенды дальше. Дерево обрадовавшей компании закрылось, а старую лесопилку бросили гнить. Я не мог допустить, чтобы ее вот так забыли. Сначала хочу, чтобы она открыла мне свои секреты. Я хочу узнать, что заставило отца покончить жизнью. Easy boy, no need to be scared. Может, не тебе это? It'll have to wait. Сука, вот она. It's all gone. See? Marius. Marius. New version. Looks the same, but older. A lot older. Oh, this doesn't make any sense. Типа я по времени что ли прыгаю? Еще один тотем. Each one is more twisted than the last. Это ведьминские вот эти вот, знаешь, вот дилды вот эти вот. It looks like someone left it here for us. Him. He buried something nearby. Let's find it, buddy. Mm-hmm. Bullet! Heal! Ребенок олень. Так, команды я могу показывать.
Не могу, да? Ой, давай, значит, пошарим по округе здесь. Так, смотрю еще раз, не до... понять. Это ромашки. Там вон камни, на них там какие-то эти. Ладно, я думаю, нам вверх. Bullet! Чего? Пошел вверх? Оказался внизу.
Ебать. А иду вниз. Окажусь сверху. Сука. Серьезно, ты посмотри. Охуеть. Блять, я должен найти эту могилу, да, получается? Так, у меня уже времени не хватает. Тоже какие-то тропы. Сейчас пока не опасно, можно бегать. Все, я заблудился. Сука. Да не говори. Кругами наебываю. Вот она. What's this? Looks ancient. Come on, boy. Let's leave it alone. Так. Сейчас нам будет уже сохранение. Лопата не появилась, нет? Ничего не нашел. Come here. А принести мне в руки подать, что ты мне самому нагибаться что ли? Блин. Tappy East Creek Timber Company. А, нашивка. That's where landing was going. It's worth a shot. Maybe we'll finally get some answers. Take a good long whiff bullet. It's important. Attaboy. No. Так, сейчас до сохранения дойдем и все на сегодня. О, блядь. Не нравится мне это. Вообще ни разу.
нет, нет, нет. Сейчас у него будут глюки насчет войны, да? Что там? О, ну ты нашел. Еще один жетон. Это в Ираке он вывел, а? Elijah 5, this is Monarch. Do you copy? This is... No, you're not real. Я иду, я иду. Песок, бля, пиздец, нахуй. Сука, ну его глючит. Собаку-то не глючит. What is it, boy? Something wrong? Я его где-то... за хуйня. Блять, бля, 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 бля. Бежать, бежать. Ули, бежим, 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 бежим. Нет, 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 нет. Вот он ты. Я бегу, я бегу, я бегу, я бегу, 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 бегу. Блин, я за тобой. Черт, черт. А, по мне она попала? Бар. Воу-воу-воу-воу! За какого шкуда? Где ты?
А, блядь! Чё за... Мне собака втупила. Да, где монстр? Stick close to me. Просто бежать. Да хули делать? Приходится просто бежать, я не знаю уж куда. Куда мне? О, блядь.
Things would have been different if you... All this would never... I would never... Okay. Пусть... Пусть он его поддержит, пусть успокоится. Пускай. Да, это пиздец. Фух. Ужас просто. Война вообще как бы жопа. Все, все. Да, гав-гав. I'm okay. I'm okay. Good boy. Good boy. Так, нам туда. Ну все, была точка сохранения на этом на сегодня все. Так что давай, давай. Смотри. И не страшная игра. Нет, не страшная, но интересно, интересно.